Изначально на пост градоначальника претендовали 10 человек, в их числе даже священнослужитель. Однако до процедуры голосования были допущены только трое. В Рио главы Артем Воробьев, генеральный директор компании «Электросети» Андрей Двуреченский и предприниматель Лариса Минер. В итоге депутаты горсовета остановились на кандидатуре Воробьева. За него проголосовало подавляющее большинство. Журналистам Оренбургского регионального телевидения Артем Воробьев рассказал, что он намерен сделать в Орске в первую очередь. Говорить о том, что с завтрашнего дня начинаем решать какие-то вопросы, будет не совсем правильно. С июля месяца, с момента возложения полномочий, сразу погрузился в новые для себя темы. На тот момент была необходима срочно заделывать прораны, чтобы не зашел в город Юльский Урал. Справились. Потом была работа совместно с управляющими компаниями и прокуратурой. Впереди зимний период, который город должен встретить безболезненно. Должны с ними справиться, потому что мы все вместе работаем в одном направлении. И администрация, и депутаты, и жители нашего города. Естественно, что все это при поддержке губернатора Дениса Владимировича Пастора. Артем Воробьев – уроженец Оренбургской области. Родился в селе Северное. Мама – педагог начальных классов. Отец – газовик, затем предприниматель. В нулевые работал в сельском хозяйстве. Первое образование юрист Воробьев получил в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте. Затем с отличием окончил Уральскую академию государственной службы. Работал начальником юридического отдела в коммерческих организациях. Руководил сельхозкооперативом. С 2020 года занимал должность заместителя главы города, руководителя аппарата администрации Орска. В конце нулевых руководил мясоперерабатывающим сельскохозяйственным кооперативом. Полуфиналист кадрового конкурса «Лидеры Возрождения» Луганская Народная Республика. Победитель финала кадрового конкурса в Приволжском федеральном округе и суперфиналист 5-го юбилейного сезона «Лидеры России». С того момента, как занял пост временно исполняющего обязанности мэра, ежедневно проводил прямые эфиры в своем телеграм-канале и выкладывал посты с проблемных участков. Знакомил население с текущей ситуацией на водоемах и разрушенной паводком дамбе.